Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки», в студии ведущая Полина Митрофанова. 23 ноября 1912 года на Санкт-Петербургскую кафедру был назначен митрополит Владимир Богоявленский, до этого более 14 лет возглавлявший кафедру московских святителей. По словам священника Валерия Духанина, это был епископ, который искренне любил простых людей. Редкостную отзывчивость проявлял он ко всем нуждам паствы и духовенства. Особое внимание уделял духовно-нравственному просвещению мирян. В епархии организовал внебогослужебные беседы с паствой, которым привлекал все приходское духовенство. А его собственные проповеди, продуманные и прочувствованные горячо верующим и любящим сердцем, привлекали многих слушателей и производили на них сильнейшие впечатления. Кроме того, зная основные народные искушения, владыка Владимир вел активную борьбу с алкоголизмом. На эту тему писалось множество статей и книг, проводились съезды, шел обмен опытом. Об этом свидетельствует книга, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Она вышла в свет в издательстве Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и называется «Виноградарь Христов». По словам издателей, труды священномученика Владимира Богоявленского, митрополита Киевского, столь обширны, деятельность его настолько многогранна и внушительна, что одно только перечисление его церковных обязанностей, общественных инициатив и пастырских послушаний вызывает восхищение. У него были выдающиеся дарования проповедника, организатора, строителя. Он откликался на все животрепещущие вопросы своего времени, как социальные, так и научные, связанные как с семьей и воспитанием, так и с духовным образованием. В годину бедствий, голода, эпидемий владыка открывал столовые, бесстрашно посещал холерные лазареты, устраивал молебствия на городских площадях, чем и заслужил славу печальника народного. Архипастырь строил церковно-приходские школы, духовные училища, храмы. В одной только Грузии возвел более 100 церквей. Будучи духовным наставником великой княгини Елизаветы Федоровны, он всемерно поддерживал ее благотворительные начинания, помогал строить Марфо-Мариинскую обитель милосердия. Также обширна просветительская и издательская деятельность святителя. Он пишет статьи, доклады, занимается миссионерством. В потоке этих нескончаемых дел митрополит Владимир считает сугубо важным мобилизовать все силы, пастырский опыт, богословские знания, чтобы объявить непримиримую войну такому неизбывному для русских несчастью, такой народной пагубе, как пьянство. «Будем объединять вокруг себя людей твердых в вере, крепких в борьбе с этим злом», пишет владыка в одном из посланий. «Будем вместе с ними поддерживать слабых волей и духом, призовем в доброе сотрудничество с собой и родителей, и начальствующих в школах, жен. Пусть все, кто и как может, вложат в это святое дело, в этот подвиг спасения народа всю силу своей любви и убежденного слова и увлекающего примера». Митрополит Владимир говорит об алкоголе как об исконном враге страны. Отравители, разбойники, грабители, как о величайшем обманщике мира. Он называет пьянство непреодолимым деспотом, разрушающим счастье отдельных лиц, семейств, целого народа. Рассказывает об опустошении, которое производит пьянство, считает его страстью, возжигаемой адской силой. Тает русская душа, теряется способность к подвигу, исчезает энергия, гаснут идеалы. Народ отравляется, он гибнет духовно и телесно. Нет другой тяготы, которая так непосильно обременяла бы и разоряла бы душу и тело русского народа, как тягота алкоголя, писал митрополит председателю Совета министров Горемыкину. В великом трезвенном посте, соединенном с молитвой, залог дальнейшего процветания России, ее внутреннего и внешнего благоденствия.
О том, что владыка предпринимал на поприще борьбы с этой тяготой, снискав себе среди верующих и священства славное прозвище «Ангел трезвости», и свидетельствуют материалы, составившие данный сборник. На его страницах представлены статьи и выступления священномученика Владимира, публиковавшиеся в начале XX века как богословское обоснование антиалкогольного движения, горячо поддержанного всенародно любимым владыкой. Стоит отметить, что, служа на Московской, а затем и Санкт-Петербургской кафедрах, святитель Владимир полагал много сил на борьбу с пьянством. С его именем связано установление в 1913 году по определению Синода Всероссийского церковного дня трезвости, приуроченного к памяти усигновения главы святого Иоанна Крестителя. В те дни, в 1913-м, в Петербурге центром проведения Дня трезвости стал Исаакиевский собор, куда прибыл многолюдный крестный ход. После литургии владыка отслужил на площади перед собором молебен по особому чину об исцелении страждущих пьянственным недугом. Поддержал архипастырь также инициативу преобразования Петербургского Александро-Невского общества трезвости во Всероссийское братство, внес на утверждение в Синод проект его устава и председательствовал на учредительном собрании, которое состоялось 23 ноября 1914 года. Таким образом, владыка Владимир боролся с народным пьянством не только на словах, призывами, но и на деле. В своих выступлениях он подчеркивал, как важно противопоставить себя господствующим представлениям о якобы русской традиции винопития. Объяснял, что подобное сопротивление требует подвига веры и немалого мужества. Как отмечают издатели, в наши дни много говорится о так называемой заместительной природе алкоголизма и наркомании. Человек пьет, чтобы избавиться от ощущения внутренней пустоты. Не исключено, что если он просто перестанет пить, то столкнется с опасностью перехода духовной неудовлетворенности в другие, не менее пагубные формы якобы выхода из сложившейся ситуации. Об этом митрополит Владимир писал следующее. «Если больной не бывает излечен внутри, то пропавший нарыв на одном месте скоро появится на другом, так и с пьяницей. Чтобы доставить пьянице истинное спасение, его необходимо исцелить внутри. А для этого ему, как и всякому грешнику, нужно прежде всего отпущение греха. Нужна та божественная любовь, которая своей зиждительной благодатью с корнем вырвет из сердца и самую страсть, как источник всякого греха и порока». Занимаясь проблемами алкоголизации, штудируя медицинские, естественно-научные и исторические источники, автор проводит богословские изыскания, цитирует библейские источники в обосновании собственной позиции поборника безупречной трезвости, способного дать глубоко аргументированный отпор приверженцам винопития. В своих проповедях и докладах митрополит Владимир говорит о том, как борьба за трезвость может сплотить верующих, оживить приходскую жизнь, сделать отношения между людьми по-настоящему искренними, евангельскими. Ведь в одиночку от выпивания отстать трудно. Кто не знает, как слаб бывает пьющий человек? Иное дело в обществе. Тут все держатся друг за друга. Чуть ослабеет человек, оступится, свернет на старое, а друзья подкрепят добрым словом, ободрят личным примером. И первым, кто должен подавать личный пример, расцениваемый святителем как дело любви, это пастырь. Митрополит Владимир призывал полностью отказаться от употребления вина, чтобы не давать повод для соблазна. Нет, кажется, такого обстоятельства в нашей жизни, которое мы не делаем поводом к выпивке, пишет он. У нас пьют с горя, пьют и с радости, пьют на свадьбах и крестинах, пьют и на похоронах. С митрополитом спорили, считая его наказы излишне строгими. Владыка и не отрицал, что дело это трудное, но понимать данные установки следует как апостольский завет. Друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов.
В богословском смысле митрополит Владимир, дерзновенный подвижник, сохранивший чистоту веры, сказал новое слово в проповедании «совершенствование через воздержание». Эта его позиция отражена и в текстах, предлагаемой читателям книги. Многие аспекты трудов первого российского священномученика легли в основу концепции Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма, принятой Священным Синодом 25 июля 2014 года. В феврале 2018 года исполнилось 100 лет со дня гибели священномученика Владимира Богоявленского, митрополита Киевского, открывшего трагический список новомучеников Церкви Русской, пострадавших за исповедание веры Христовой. К этой дате и приурочен выход сборника его проповедей и статей, содержащих размышления святителя о будущих судьбах России, его увещевания, касающиеся личностных и общественных пороков, среди которых наиболее пагубным, особенно в годы смуты, оказался грех пьянства. По словам издателей, эта книга адресована как преподавателям курсов «Основы православной культуры», так и широкому кругу читателей, интересующихся историей социального служения Русской Православной Церкви, возглавившей движение за трезвость в лице своего выдающегося архипастыря. Дорогие друзья, наша передача сегодня на этом подошла к концу. И я напоминаю вам, что новинки православной литературы ждут вас в церковных книжных лавках, и да хранит вас Господь.